Опубликован новый список потерь вооруженных сил России в Украине. По информации канал 13 об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины. Потери российской армии таковы: 762 танка, 1982 единицы боевых бронированных машин, 371 артиллерийская система, 125 реактивных систем залпового огня, 66 средств противовоздушной обороны, 163 самолета, 145 вертолетов, 1458 единиц автомобильной техники, 8 катеров и кораблей, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 138 беспилотников, 26 единиц специальной техники, 4 баллистических ракет меньшей дальности. Отмечается, что Россия потеряла 20 100 человек личного состава.